ФРС вылечила коронавирус вливанием рекордных 3 триллионов в рынок. Пауэлл говорит, у нас бесконечные деньги. Это новая реальность без кризисов и долгой посадки акций, или латиноамериканцы в кавычках добрались до печатного станка. И то, и другое. Ну, если говорить более серьезно, вы же так подписались, биржевик, да. То есть вы реально играли на бирже, ну, понимаете, да, цену этих предсказаний и прочих всех вещей. Проблема политэкономии в чем? В том, что она, как такая лженаука об экономике, она берет какие-то отдельные элементы экономической жизни, их обобщает, выстраивает их в какие-то строгие тенденции и обуславливает вот это развитие однозначным влиянием друг на друга. А на самом деле там все не так происходит. Там все очень разнообразно. Оно зависит от воли людей, конкретной ситуации, национального характера и в значительной степени просто от случая. Ну, возьмем два народа. Один народ отличается крайней склочностью, анархизмом и завистливостью, а другой народ склонен к такой кооперации, поддержке друг друга и так далее. И вот в том и другом государстве начал складываться монополистический капитал, возникли крупные фирмы, которые решили сделать картельное соглашение. В одном случае начались войны, люди друг друга поубивали, страна в хаос опрокинулась. В другом случае они мирно, тихо договорились, и при этом договорились по-умному, потому что решили, что раз не будет такой сильной конкуренции, нужно специально принять некоторые меры, чтобы было развитие прогресса, чтобы шло обновление, так сказать, ассортимента там, и так далее, и так далее. И чем это обусловлено? Какими-то объективными законами? Нет. Это речь идет о две партии в покер, которые вели разные люди.